В Полоцке произошло покушение на изнасилование. Происшествие произошло в микрорайоне Мариненко в районе общежитий, сообщили в районном отделе внутренних дел Полоцкого района. Покушение на изнасилование жительницы города Полоцка 1970 года рождения совершил житель города Новополоцка 1994 года рождения, работающий слесарем. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, дала отпор нападавшему. В результате он скрылся, она обратилась в Полоцкий РУВД. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий данное лицо было установлено. В настоящее время он арестован, находится в ИВС Полоцкого РУВД. Возбуждено уголовное дело по части 166 Уголовного кодекса изнасилования. И теперь правонарушителю грозит лишение свободы до 7 лет. За последние 10 лет это первый случай, по которому завели уголовное дело по факту изнасилования, отмечают правоохранители.